В этом году 260 кукшетауцев получили рабочие места через республиканскую государственную программу «Енбек.кз». На платформе расположены не только вакансии. Зарегистрировавшись на сайте, можно получить помощь в определении профессии, узнать о возможностях переподготовки и повышения квалификации, а также финансовой поддержки. Подробности смотрите далее. Граждане, потерявшие работу или ищущие ее впервые, могут получить доступ к услугам программы, зарегистрировавшись на портале енбек.кз. На сайте имеются курсы, тренинги и другие формы обучения, направленные на повышение конкурентоспособности на рынке труда. Предоставляется база данных вакансий, соискателям помогают найти подходящую работу. Карьерный центр также активно участвует в этом процессе, связывая работодателей с кандидатами. Человек, если увидел, например, что работодатель разместил по программе молодежной практики, например, вакансию юриста, то есть человек, который закончил университет либо колледж, например, юриста, он может через свой личный кабинет, когда получил статус безработного, направить отклик в данную организацию и, получается, может там трудоустроиться. То есть после завершения молодежной практики также человек может, если у работодателя имеется вакансия, он может, получается, его трудоустроить после данной программы. Ерхан Есмакзам в этом году окончил Кокшетауский университет имени Шукана Уалиханова. Задумавшись о дальнейшем развитии, парень стал искать работу через республиканский государственный портал в разделе «Молодежная практика». Молодой специалист рассказал, что зарегистрироваться в программе не составило никакого труда. Легко удалось и найти нужное рабочее место. Искал работу и нашел через сайт Енбек.кз вакансию по молодежной практике. Государственное учреждение, отдел строительства города Кокшетау, и откликнулся на эту вакансию, и через молодежный центр, получается, через карьерный центр устроился в это государственное учреждение. И вот сейчас уже второй месяц работаю, получаю опыт по своей специальности. В зависимости от ситуации и статуса в портале енбек.кз предоставляются различные виды финансовой помощи, например, пособие по безработице. Условия получения выплат строго регламентированы законодательством. Также специалисты карьерного центра помогают безработным подготовиться к собеседованиям, составить резюме и консультируют граждан по другим вопросам, связанным с поиском работы. Для тех, кто хочет открыть собственное дело, енбек.кз предоставляет информацию о программах поддержки малого и среднего бизнеса. Казахстанцы могут воспользоваться еще одной интересной онлайн-платформой – skills.енбек.кз, в которой расположено 616 курсов. Обучение длится не более 14 календарных дней. У каждого участника есть возможность самостоятельно заниматься освоением курса. Предлагаемые в skills.енбек.кз курсы позволяют начинающим и практикующим специалистам освоить или повысить свои навыки в разных направлениях. Фермерское, земледельческое хозяйство, отдел продаж, страховая сфера, работа с детьми дошкольного возраста и другие. Вероника Цветкова, Василий Вережников, Кокше, Акпарат.